Привет, я Андрей Уничтожитель. И сегодня мы будем играть в Beyond Redemption. Такая игра, в которой ты должен спасать своего пацана или резать своего пацана. Здесь есть еще женский пол, конечно, но давайте начнем. Играть я буду на компании Смерть, потому что Смерть это... Компания Смерть это я буду играть на геноциде. Давайте назовем свою броню. Своего. Так, выберите жертву. У тебя будет Миха опять одно и то же. Непорядок, братцы. Мне остановиться невозможно. Так что вот. Сперва мы промотаем дело. Сейчас должно появиться несколько ДНК. Здесь вот у нас есть, смотрите. Я буду подрабатывать сами софты по определенным причинам. Смотрите. Подрубаем вот это вот. Сейчас мы сделаем Михаилу толстым. Потому что он... сколько он там... По сути, болел. Ну, теперь мы можем качать Михаила до... До смерти. Смотрите. Что Михаилу будет капут? Вот смотрите, Михаилу просто Тоби пейзаж, Михаилу. Тоби пейзаж. Аж ничего не скажешь. Надеюсь, меня там видно будет где-то. Если нет, то видно, что я сделаю. Вы видите, как Миха орёт там? Ладно. Так. Сейчас немного подзахудил. Вы же не видите, как... Кости. Мы сломаем Михаилу кости и потом будем веселиться, да. Ну пусть его умность будет минус умность и минус мозг. И все. Надо прямо таем. И Михаил еще живее становится. О, сейчас Миха превратится. Давай, дед! Бонсенс! Что ты будешь делать? Ладно, сами напросился. Мы все равно тебе прямо таем. Таем. О-о-о! Он толстеет, зашибись, и он начал ломаться, все. Почти мёд. Да, отказ. Делал, да, было, погодите. Сейчас. Блэн, бац, мне всегда мешает.